вот в тот, вот сюда вот крышечка здесь отвинчивается, и можно засыпать обычную поваренную пищевую выворочную экстра-соль, то есть которой минимум примесей. Вот, она не так дорого стоит, но стоит гораздо дешевле какой-то специализированной соли. То есть не попадайтесь на уловки маркетологов и пользуйтесь обычной солью. А посуду старайтесь ставить вот таким вот образом. В принципе, вот, ничего тут такого не ломается. Но из-за того, что крышка неровно, не до конца прилегает, возможно, такое вот расслоение этого ДСП.